Мы должны обсудить ситуацию и создать инвесторам такие условия, чтобы они стояли в очередь сегодня в республику за тем, чтобы реализовать возможности инвестиционные на нашей территории, коллеги. Общая ситуация в сфере инвестиционного климата, определение основных направлений работы с инвесторами. Этому посвящено первое организационное заседание. Несмотря на санкции, сложный переходный период в экономике Крыма, свою работу уже начали многие проекты. По словам профильного министра Светланы Вербы, этот процесс находится под контролем правительства республики. Министерство экономики ведет мониторинг по проектам, инвестиционным проектам стоимостью свыше 200 тысяч долларов. Таких проектов на сегодня в нашем кругу 82. Общей сметной стоимостью 8,6 миллиарда долларов. Это приблизительно 326 миллиардов рублей. Исполняющий обязанности главы республики Сергей Аксенов отметил, в правительстве готовы сотрудничать со всеми инвесторами, независимо от страны происхождения капитала и непростой политической ситуации на полуострове. Людмила Чернова, Андрей Трещук. Время новостей.